Море цветов, слова любви и поддержки, дорогие подарки. Сегодня Алла Борисовна буквально купается во внимании близких людей. Отработав концерт в Кремле, приуроченный к 70-летию звезды, Примадонна, наконец, может позволить себе расслабиться. Так, сегодня 20 апреля, в одном из фешенебельных ресторанов на Рублевке Пугачева с размахом отмечает день рождения. Сюда с 4 часов дня подъезжают приглашенные. Именинница лично встречает вновь прибывших. Поздравить артистку пришли не только родные и друзья, но и звездные коллеги. Среди присутствующих были замечены Никос Сафронов, Галина Волчек, Юрий Николаев, Филипп Киркоров, Никита Пресняков с женой Аленой, Елена Север, Николай Басков. Не обошлось и без высокопоставленных лиц. Мероприятие личным присутствием почтили премьер-министр страны Дмитрий Медведев с супругой Светланой Владимировной, политик Валентина Матвиенко. На празднике Медведев пробыл около 3 часов. Все это время от чиновника не отходила охрана, и это никак не влияло на праздничное настроение гостей. Что именно подарил Дмитрий Анатольевич артистке, пока остается загадкой. Изысканные блюда, отменное обслуживание, приятная атмосфера, Алла Борисовна не поскупилась на банкет. В ресторане, где средний чек составляет 5000 рублей, певица, по самым скромным меркам, выложила около 1 000 000 рублей. Всего артистка пригласила на юбилей около 200 человек. К слову, это заведение – одно из любимых мест Примадонны. Здесь звезда не раз отмечала семейные праздники, так что вкус женщины, которая поет, хорошо знаком персоналу. Стоит ли говорить о том, что пока певица празднует, ресторан не принимает других посетителей. На все время банкета он находится под оцеплением сотрудников полиции, кинологов с собаками.